Так, нашел место, очередное место, чтобы посидеть спокойненько. Тут как бы тропа такая хорошая проходит, людишки ходят, но не так много, как бы терпимо. Вот я оттуда где-то пришел, километров, наверное, 5-6 я сейчас чухнул по деревянным дорожкам, вот более-менее пробежался. И вот сейчас вот около дерева присяду, как раз так удобно, все четко. Тут же этот черничник такой хороший. Вот тут вот есть ягодки даже. Поклюю чутка, тоже неплохо. Вид хороший, как бы лес, и ветра нету здесь, хорошо, все классно. Присядем, все, перекус сделаем, может быть, сигару подымим. Все как покатит. Пока настроение отличное, все, что я запланировал, происходит. Мне еще километров 10, наверное, где-то пройти нужно будет. Нет, это нормально. Ну, я тут буду уже как бы сквозь лес идти, потому что по дорожкам надоело ходить. Я вот так вот напрямки сейчас пойду через чащу там. Ну, там чащи-то и нету такой, как таковой. Тут пройти черничник, а там такой хороший лес. Заодно посмотрю на наличие грибов. Ну все, присяду. Фух.